Прессовываем ладошку, тщательно натираем награду и выставляем их дружно в ряд. Демонстрируем полную готовность к конкурсу «Яркий я». В этом году вот в двух номинациях, это вокал и хореография, борьба была такая очень ожесточенная. То есть было два явных лидера, и которые на протяжении там, вот, всего периода они как-то сменяли друг друга. А сейчас, внимание, прямо на ваших глазах станет известен итог народного голосования. Итак, Леопа Святослав, по мнению красноярцев, самый яркий вокалист. Васильева Настя и танцевальный коллектив «Экспромт» лучшие в своих номинациях. Порядка, наверное, трех участников, кто выходит в финал вот во всех трех проектах «Яркого я». А эти дипломы получат все 30 финалистов детского конкурса уже завтра на гала-концерте. Также станут известны имена победителей, но о них молчок. Будет море сюрпризов, очень много подарков, и всех ждет отличное настроение 1 июня. И хочу сказать, что нам не помешает ни дождь, ни ветер, ни погода. До встречи завтра в Центральном парке аттракционов в 17:00. Гала-концерт «Яркого я». На ярчайший это праздник.